Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Затеева, популярная российская рэп-исполнительница, блогер и инфлюенсер. Она стала известна благодаря своим ярким образам, провокационному контенту и активной деятельности в социальных сетях. Инстасамка быстро завоевала популярность благодаря агрессивной подаче, хип-хоп-трекам и скандальным заявлениям, что помогло ей выделиться на российской музыкальной сцене. Ее карьера началась в 2019 году, когда она начала выпускать музыкальные видео на YouTube, сочетая трэп-музыку и хип-хоп с уникальным стилем, который иногда сопровождается вызывающими текстами и эксцентричной эстетикой. Она также активно продвигает свой имидж в Instagram и TikTok, что позволило ей привлечь широкую аудиторию. Инстасамка известна своей независимостью в музыкальной индустрии, часто упоминая, что она сама занимается продюсированием своих песен и управлением своей карьерой. Она не только создает хиты, такие как «За деньги да», но и продает одежду и аксессуары под своим брендом. Ее творчество часто сопровождается множеством слухов и споров из-за откровенных текстов и вызывающего поведения, что только добавляет интереса к ее личности и деятельности.